так прям зашли жареные сэндвичи, что решил сегодня тоже сделать себе, ну правда не такой мега, но супер острый, назовем его так, потому что там есть маринованный перец и потому что там есть много чили соуса. Также еще там есть сырный соус, есть очень вкусный салат и много еще чего. Яйцо такое типа пашот сделанное. Вот, ну будем тестить, попробуем, как оно и что. Ведь хороший завтрак с утра — это зарядка на целый день. Вот, но не забывайте при этом много ходить и сильно не переедать.